Девушки в изящных позах, улыбчивые, загадочные, мечтательные. Само очарование. На этих снимках вы видите курянок, живших на рубеже 19-20 веков. Такие фотокарточки вкладывали в праздничные наборы на конфетной фабрике Новосильцева. Она находилась на территории современного завода «Конти» на Радищево. Георгий Новосильцев, тот самый владелец кондитерской фабрики, вырос в многодетной купеческой семье. Потеряв отца, юноша остался без средств к существованию. Объявились кредиторы, и семейное предприятие распалось. Георгий отправился к одному из своих старших братьев, где пробыл недолго, потом опять вернулся в Суржу, потом к дальнему родственнику в Щегровский уезд, у которого были винокуренные заводы, и он уже 18 лет ему поручили управлять торговлей в Харькове Орле. Вскоре Георгий Новосильцев берет в аренду имение с винокуренным заводом в Щегровском уезде. Им владел брат знаменитого Ивана Тургенева. И уже в 28 лет вступает во вторую купеческую гильдию в Курске. Дальше его владения стремительно расширяются. Новосильцев покупает усадебное место на улице Золотой, то самое, где сейчас находится Конти, открывает водочный завод и позже кондитерскую фабрику. Помимо этого, владеет несколькими имениями, многочисленными погребами. Качество его продукции на высоте – это подтверждает множество наград. Вот, к примеру, золотая медаль первой международной выставки алкоголя, которая проходила в Париже в 1892 году. У моего деда конфетная фабрика, винокуренные заводы, большая торговля. Знаю, как все о нем говорят с уважением, как боятся его осуждения даже за самый незначительный, как он сам деликатно выражается, непочтенный поступок. Об отношении горожан к Новосильцеву красноречиво говорит эта фотография. Крестный ход с курской коренной чудотворной иконой знамения Божией Матери в 1902 году. Святыня как раз в руках нашего героя. Купец прославился не только успехами в торговле, он был гласным местной думы, городским головой, широко занимался благотворительностью. На Ямской горе был открыт его приют Новосильцева. На улице Московской было открыто училище торговое. На улице Золотой была открыта швейная мастерская и приют для сирот. В 1918-м Новосильцеву с супругой пришлось покинуть любимый Курск и отправиться сначала в Турцию, а затем в Болгарию. Вдали от родины он быстро угас. Спустя 6 лет купец ушел из жизни. Такого подробного жизнеописания о других владельцах заводов и фабрик нам найти не удалось. Об одних известны лишь фамилии с инициалами, о других чуть больше. Но все же благодаря кропотливым исследованиям историков мы можем представить себе общую картину промышленного дореволюционного Курска. В конце 18 века в городе Курске насчитывалось более 60 различных промышленных заведений. И все они были сосредоточены на переработке или местного сырья, или же привозного, но в основном сельскохозяйственного характера. Объясняется это тем, что Курская губерния была аграрным регионом. Открываем Курские губернские ведомости. Здесь известный краевед из прошлого Анатолий Танков приводит данные о заводах и фабриках за 1807 год.
В Курске заводов 3 пивных, 3 мыльных, 11 кирпичных, 8 сальных, 21 кожевенный, 2 масляных. Возникли заводы эти большей частью в 80-х годах прошлого века. Самые древние – кожевенные заводы. Два возникших в 1769 году – мещанина Силина и купца Ковалева. В 1770 году основано 10 кожевенных заводов. Остальные устроены позже. В это же время начинает развиваться химическая промышленность. В основном за счет аптек. Там производили не только лекарства, но и парфюмерию, и даже яды. Есть заявление доктора Реслейна, иностранца, который хотел открыть аптеку. Ему дали это разрешение, он объявил свой капитал. Магистрат даже помог ему добиться кредита от купцов, опять же, которые пошли соучредителями в размере 2000 рублей из общественной кассы ему было выдано. В 1861 году происходит значительное событие в истории всей страны – отмена крепостного права. И сразу же количество предприятий стремительно возрастает. Это связано с тем, что многие крестьянские руки, которые были освобождены от сельскохозяйственного труда, в поисках заработка пришли на курские предприятия. Поэтому мы отмечаем и увеличение количества промышленных предприятий в городе Курске, и также появление новых отраслей производства. На многих предприятиях устанавливались паровые двигатели. Это тоже внесло свой вклад в развитие промышленности. Например, у Александра Ишунина на заводе трудились полсотни рабочих и имелся двигатель мощностью 6 лошадиных сил. Это позволяло ему производить 1 миллион кирпичей в год. Для сравнения отметим, что в Курске существовало подобное производство, открытое в 1860 году. Курский купец Борис Ильич Маслов на своем заводе выпускал всего лишь около 4000 кирпичей. На этом предприятии не использовался праводвигатель, а использовался труд всего лишь 10 рабочих. Существовало в Курске несколько каретных заводов, но масштабы их были скромны, так как покупателей насчитывалось немного. Только представители привилегированных сословий. Среди владельцев каретных заводов большую известность получил Иван Иванович Кашеваров. Его производство располагалось в его собственном доме на улице Можаевской. В процессе производства было занято 10 человек. А вот табачная продукция, наоборот, была очень востребована. Эта жизнерадостная этикетка принадлежит фабрике Надежды Лавровой. В 1861 году в Курске табачное заведение открыл турецкий подданный Павел Юрьевич Калфогла. Ну, понятно, что Павел Юрьевич явно не турецкого происхождения. Просто в России были такие случаи, когда для того, чтобы лучше и удобнее было обращаться к тому или иному иностранцу, его имя настоящее переделалось на какой-нибудь русский лад. Его табачная фабрика находилась на улице Юрьевской, сейчас Урицкого. Там же можно было приобрести и товар. А вот канализационный люк, напоминающий нам еще об одном иностранце, работавшем в Курске. Прусский подданный Карл Мертенс открыл завод по производству сельхозмашин, а позже преобразовал его в чугунолитейный. В 1980-х годах нам сообщили, что эта крышка используется по прямому назначению на территории больницы номер 1. Мы обратились туда с просьбой передать крышку люка в краеведческий музей, тем более, что действительно это хороший экспонат, исторический экспонат. Ну, как сказал главный врач, вы мне что-то дайте, чтобы люди туда не падали. Помощь оказал Курский электроаппаратный завод, который изготовил крышку подобного диаметра, подобного размера. Еще один прусский подданный, который внес вклад в развитие курской промышленности – Федор Иванович Печке. В 70-е годы 19 века он приехал к нам, чтобы открыть дрожжевой и винокуренный завод. Возможно, иностранец выбрал наш город не случайно. Его мама имела русское происхождение. Есть даже предположение, что она была родом из Курска. В документах о продаже написано, что его маму звали Мария Ивановна, и сам он был Рудольф Иванович. А потом уже в более поздних документах числится как Федор. К сожалению, найти документы о том, что принял ли он крещение, не удалось. Завод печки располагался в районе современной Боевки. Федор Иванович купил землю у мещанки Шляховой
Там уже существовало предприятие по производству дрожжей. Но был подвох. Женщина не продлила разрешение на производство, а Печки об этом, видимо, не знал. И 5 лет работал нелегально. Правда всплыла, когда он подал прошение на расширение производства. Ему повезло. Просьбу одобрили. Однако в разгар Первой мировой Печке пришлось покинуть Россию. Завод был продан Корякиным и успешно продолжил свое существование. От 70 рабочих, которые работали у Печки в 2014 году, уже по документам 2017 года есть табели рабочих. Там было 200 рабочих, было несколько корпусов. И что самое интересное, во время Первой мировой войны, поскольку вот этот сам процесс продажи происходил, очень много немцев пленных работали у нее на производстве. По совету Печки в Курск приехал Людвиг Максович Вильм, чтобы открыть пивоваренный завод. Первым делом надо было найти место, где будет основан будущий завод, а это было связано с наличием рядом воды. Вильм попробовал несколько источников, и ему приглянулся источник на берегу реки Тускры на улице Нижняя Набережная. От грандиозной постройки сегодня остались лишь руины. Говорят, что там внизу целая сеть из подвалов, но попасть туда уже не получится. Стены могут рухнуть и засыпать любопытных искателей. А вот так выглядело это здание, когда в нем еще кипела жизнь. Специальные затемненные бутылки привозились. Из Германии были привезены специальные кружки. Он сам дегустировал и практически чуть ли не сутками находился на своем предприятии. Вот поэтому там такое качество. В 1882 году завод Вильма получил высокую награду на Всероссийской выставке в Москве – бронзовую медаль. Выставка пивоваренного завода «Вильма» в Курске довольно оригинальна. Она представляет прекрасно выточенную бочку, обвитую хмелем и зеленью. Завод «Вильма» имеет для своего производства одну паровую машину в 12 сил, один паровой котел в 4 атмосферы, одну заторную машину, 3 медных котла для варки пива и меда, 2 железных холодильника. А вот и сам владелец в окружении работников. Фотография сделана в 1899 году, к 30-летию завода. В 1901 году Людвиг Вильм умер. Его похоронили на лютеранском кладбище. Теперь там находится общежитие сельхозакадемии. Новым владельцем стал его соотечественник Квилец. Название предприятия не изменилось, но на этикетках появилась дополнительная надпись «Преемник». За годы существования завода «Вильм преемник Квилец» производство еще более увеличилось, было построено еще несколько новых корпусов, и производство могло бы процветать и дальше. Но в 1914 году начинается Первая мировая война. Основным противником России в этой войне была Германия. И по решению правительства все предприниматели немецкого происхождения должны были покинуть Россию. Но не только частные предприятия существовали в Курске. В 1883 году на улице Дворянской, сейчас она носит имя Льва Толстого, открылся епархиальный свечной завод. Строительный комитет остановился на усадьбе, принадлежащей курскому купцу Ишунину, находящейся на Дворянской улице в соседстве с усадьбой епархиального женского училища, мерою 40 сажений в ширину и 284 сажений в длину до реки Тускари. Сначала построили одноэтажное здание, но через несколько лет предприятию в нем стало тесно и был разработан новый проект. У нас имеется на хранении дело о том, как происходило вот это переоборудование завода за счет того, что произошло его расширение. И приложен к этому делу проект завода. Теперь это уже было по проекту двухэтажное здание. На первом этаже размещались комнаты, которые были предназначены для рабочих и управляющих. То есть это была кухня, это была спальня для рабочих, это было заведение для досуга. Строительство двухэтажного здания завершилось в 1896 году.
Оно и сейчас стоит на улице Льва Толстого, напоминая о прошлом нашего города. Примечательно, что там даже было несколько складских таких помещений. Одно складское помещение было для хранения желтого воска, который сюда привозилось, и второе складское помещение для хранения свечных огарков. И то, и другое для деятельности завода представляло сырье. Эти огарки сыграли свою роль в репутации завода. Курские епархиальные ведомости сообщают, что в народе долго ходили сомнения по поводу качества свечей, хотя делали их из воска, а не парафина. Однако люди замечали, что они плывут и коптят. Покупают парафиновые свечи, в особенности церковные старосты, гоняясь за дешевизную свеч. Свечи эти несутся в церковь, а потом в виде огарков поступают на епархиальный завод. Что же завод может сделать? Не принимать огарков недоброкачественных? Это и практикуется в заводе. Недоброкачественные огарки до последнего времени возвращались церквям обратно. Но трудно, да даже невозможно усмотреть все недоброкачественные огарки. За безопасностью производства и качеством продукции строго следили надзорные службы. Пример тому история Зикеева, у которого был мыловаренный завод прямо во флигеле у дома. Решил он установить трубу и паровой двигатель и подал прошение на имя губернатора с подробным планом. Выезжает инспекция, выезжает врач, выезжает главный архитектор, измеряют площадь помещения. 15 на 9 аршин. То есть это вот очень-очень маленькая, как наверное, сейчас кухонька в не очень больших квартирах. Разрешение Зикееву не дали. Еще и ограничили объем производства. Не больше 15 пудов сырья. Отделение губернского правления находит, что разрешить крестьянину Зикееву постановку новой трубы при существующем в Курске его мыловаренном заведении, ввиду тех условий, при которых первоначально утвержден был проект на устройство названного заведения, не представляется возможным. Следили и за условиями труда работников. Далеко не на всех предприятиях они были комфортными. Пример тому – обувная фабрика Евдокимова. Среди ее сотрудников было много женщин и детей. Шитье обуви – это мелкие стежки, то есть это нагрузка на зрение. Освещение было не очень хорошим. Если посмотреть на сохранившиеся фотографии самой вот первоначальной фабрики, это был такой маленький полусарайчик, в котором было два маленьких окошечка, и это было все освещение. И свечи. Что может дать свеча? Потом, да, уже электрификация, все это пришло, но это уже было намного-намного позже. После революции все заводы и фабрики были национализированы, и в истории промышленности началась новая эпоха. Одни предприятия канули в лету, другие сменили имя и продолжили развитие уже в иных условиях.